Наследники дяди Степы. В понедельник в Иванове прошел ежегодный, уже 9-й по счету, слет детско-юношеских общественных формирований правоохранительной направленности. Мероприятие приурочено ко дню сотрудников внутренних дел. Участников, школьников и студентов с каждым годом становится все больше. На этот раз около 100 юных полицейских съехались со всего региона, чтобы посоревноваться между собой и принять участие в работе информационных площадок. Будет проведено несколько секций, информационных секций. Одна из них – это, например, преемственность поколений, где будут у нас покажут свои презентации и расскажут о боевых действиях, где участвовали ветераны этих действий, боевых действий, тех или иных точек горячих. Вот. То есть это бывшие наши сотрудники органов внутренних дел. Потом у нас будет работать секция, именно которая связана будет по профилактике употребления наркотиков из управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, представители. Следующая одна из секций – это будет огневая подготовка, то есть где ребятам покажут нормы и правила стрельбы и, в общем-то, и боевая подготовка, где тоже ребятам расскажут основы их безопасности и как, в общем-то, можно себя защитить.